Ты вообще ее видела? Там будет 300 человек. Ты себе представляешь, как она к ним выйдет? Все будет хорошо. Если ей помочь, она справится. Да перестань. Она даже поздоровалась. Зато она типичный ученый. Кто угодно, но не Мелани. Спонсоры это увидят. Даже слышать не хочу. А что будет, если она не справится? Да, она засечивая. Но в этом есть свои плюсы. Зато настоящие, без фальши. Через 10 лет так будут делать все, а мы это сделаем первыми. Пусть спонсоры увидят наш новый имидж. Пускай удивятся. Это сработает. Ладно, ладно, ладно. Вот что, Мелани. Мы долго спорили, я пришел к выводу, что будет неплохо, если ты проведешь презентацию в апреле. А, что, в апреле? Да, да, в апреле нас будет только трое, а тут как раз съедутся все наши спонсоры, так что это очень важное дело. Да, но я только не уверена, что смогу это сделать. Да, конечно, сможешь. Надо только сказать 3 слова перед советом спонсоров и директоров. Надо показать людям, что у нас молодая команда. Да, конечно. Время еще есть, но будем считать, что решили, да? Да. Молодец. Спасибо.